Внимание! В этот понедельник я открою свою личную галерею для всеобщего... Не забудьте рассказать обо мне друзьям. Ограбили! Опять! Проклятие! Стража! Найдите этого мерзавца! Только взгляните! Ну ладно, в другой раз. Пока. Посмотрите, какая тонкая работа. Благородный наряд для благородного человека. О-о-о! Здесь только лучшие, друзья мои. Веди себя цивилизованно, ясно? И шелка, и другие ткани. Подходите, друзья! У меня есть все произведения искусства, которые вам нужны. Широкий выбор. Бай-бай! Аспекта. Того качества, которое делает... Бетта, как странно. Эй, Сидико, почему ты так... Дьямо! Во-во-во. Бизаро, что с ним такое? Черт, кто украл мой кошелек? Ну, если я тебя найду. Его святейшество создал еще 12 высоких должностей в Святой Церкви.
Надеюсь, что это поможет лучше управлять ею в нынешние неспокойные времена. Новый пост кардинала стоит всего 10 тысяч дукатов. Его святейшество даровал новые полномочия тем, кто развивает торговлю в новом свете. Папа благословил порабощение туземцев в надежде, что так они скорее откроют свои души любви Бога истинного. Его святейшество Andiamo! Vai, vai! Aspetta! От наличия разрешений совет напоминает всем владельцам лавок в районах под управлением Братской армии. Бай-бай! Торговля без предварительного разрешения не дозволяется. Нарушители будут изгнаны, а их имущество конфисковано. Ибо
высочество герцог Валентино приглашает всех римлян на праздник на Кампо-дель-Фьори в годовщину своего... Внимание всех проституток! Независимо от наличия разрешения, не подавляйте! Andiamo! Vai, vai! Andiamo! Aspetta. Стоп! Дай его где-то и... Остановите! Здесь ты и умрешь! Ребята, прикончите его! Зачем этот капюшон? Все, я больше не служу, Бог! Этих кретинов, Борджа! Schiavi del demonio! Snimiti, pasorni, zvita porte! Советую паломникам держаться подальше от римских мотов после наступления темноты. Недавние столкновения уличных банд привели к гибели нескольких уважаемых гостей города. В некоторых районах не следует появляться в одежде определенных цветов. Богатая добыча! Хватай его! Господи Иисусе, помоги! Не трогайте меня! А вон ты! Быстрее! За ним! Знаменитые горячие источники.
тоже. Кто-то должен прекратить это безобразие. В этом богом забытом краю всегда будет смерть. Я вообще не здешний! Я не знаю, что происходит! Черт! Надо отсюда выбираться! Не трогайте меня! Клянусь, я вообще не пришел! Господи, помоги мне! Отпустите меня! Я тут ни при чем! Надо уходить отсюда! О, мама! Я вообще не... Дела так плохи, что даже бродячие кошки разбежались. Катсон! Тысяча проклятий! У меня пропал кошелек! Помогите! Помогите! У меня украли кошель! Aspetta, aspetta. Andiamo! Во-во-во. Вай, вай! Во-во-во. В кузнице выше по течению реки... Может, в другой раз. О, я надеюсь. Медицина – чудесное благотворное искусство. Друзья мои, вам нечего опасаться. Я также чиню кухонную утварь. А разве у нас не действует закон о приличиях?
Новое свинцовое лекарство от сифилиса. Во-во-во. Я хочу посмотреть. Можете спокойно смотреть на страдания. Откуда мне знакомое его лицо? Иди! Праздник на Кампо-дель-Фьори! Откуда мне знакомое его лицо? Давай! Я здесь, Фрателло! Где Цайвай? Замеченных преступлений. Я его где-то видел. Я знаю его. Эй, это Страниеру! Точно. Я с тобой. Я вижу его. Убить его. Задайте трёпку этим свиньям. Слава богу, что вы здесь, амико. Мичилябуй. Стражник. Маки. Может, его... Тебе не пройти. Я свободен. Думаю, что сначала... Быстрее! Быстрее! Живее! Беги! Подожди еще до этого момента. Вперед! Куда он делся? Я вижу... Так не должно быть. Умри, умри! Кебелеома. Вы знаете где? Прошу вас, поищу. Фу. Ты сдохнешь, пёс! Бей его! Рассеять. А вот его! Не дайте ему уйти! Аванти!
Бей его! Все, с меня довольны. Вперед, братья! Бей! Ты пожалеешь о том, что появился на свет, Кацу. Взять его! Я четвертую тебя, мерзким. Бей его! Убей его! Он убийца! Сальвайте меня! Зачем ты убегаешь? Я его не вижу! Сегодня ты умрешь, тварь! А это не... Он утирает! Я его не вижу! Весьма интересно, что отныне индульгенция за поцелуй, неосвященный брачным союзом, стоит 1000 флоринов. Везаре Боборджия приглашает всех жителей города посмотреть на новые машины, созданные великим мастером да Винчи. С их помощью наши бравые кондотьеры не растают эту победу. За ним! Иноме де Дио, не подходите ко мне! Вы наша главная надежда. Курачо, амико. Я с тобой! Грация миле, амико. Не сдавайся. Черт, я дождись удобного момента. Не трогайте меня. Господи,
его! Вперед! Убей его! Вперед, брат! Я сделаю все, что ты скажешь. Я сразу же уйду. Форса, вперед! Кажется, это действительно рискованно. Aspetta. Vai, vai, andiamo. Во-во-во. Vai, vai! Andiamo! Here! Vai, vai! Мне знаком. Вон! Убейте его! Я бы не советовал. Thank you.
Он похож на... Andiamo! Vai, vai! Andiamo! Vai, vai! Женька, его святейшество создал... Он не тот, кем кажется. И направляет вас на руку. Наверное, ты ищешь смерти, раз зашел. Ты напрасно пошел. Пропустите ему кровь! Порция, порция! Ты напрасно пошел против Борджи, ассасин. Ты напрасно пошел против Борджи, ассасин. Наверное, ты ищешь смерти, раз зашел в этот квартал. Наверное, ты ищешь смерти, раз зашел в этот квартал. Наверное, ты ищешь смерти, раз зашел в этот квартал. За что мне такое наказание? Ты напрасно пошел против Бога. Пустите ему кровь! Фарца Борджия! Ты напрасно пошел против Борджия, ассасин. Наверное, ты ищешь смерти, раз зашел в этот квартал. Пустите ему кровь! Фарца Борджия! Ты напрасно пошел против Борджия, ассасин. Держи его, ребят! Ты напрасно пошел пропустить ему кровь! Наверное, ты ищешь смерти, раз зашел в этот квартал! Пустите ему кровь! Борца Борджия! Пустите ему кровь! Борца Борджия! Наверное, ты ищешь смерти, раз зашел в этот квартал! Здесь тебе ни за что не пройти. Ты напрасно пошел против Борджи, ассасин. Наверное, ты ищешь смерть. Пустите ему кровь. Форца Борджия! Наверное, ты ищешь смерти, раз зашел в этот квартал. Эй, друг, пустите ему кровь. У меня ведь просто работа такая. Наверное, ты ищешь смерть. Пустите ему. Наверное, ты ищешь смерти, раз зашел в этот квартал. Пустите ему кровь! Форца Борджия!
хочу... Идиот! Он убьет... Возможно, это он. Кто-то сбросил их одежду, а видит Бог, белое белье чертовски сложно отстирать. Либо мы тоже могли что-то сделать. Вы избавили его. Долго они не... Это меня не касается. Кардинал приказал разбить площадь. Вот бы земля разверзлась, эти разбойники. Тимвер, это почти преступление. Пройди мимо, не взглянув на мои прекрасные дворы. Могут обращаться к нотариусу кардинала за компенсацией. Так, интересно, это получается 6%? Голова у нас невыносимая жизнь. Кроме того, я вскрываю нарывы. Тех, кто использует квартал в качестве площадки для игр, не трогать веревки для сушки белья. Многие жалуются на то, что кто-то сбросил их одежду, а видит... Подходи, не стесняйся. Ко мне в лавку. У меня лучшие товары во всем квартале. Наверное. Кардинал Садерини приказал разбить площадь перед своим дворцом в Понте на радость всем римлянам. Жители домов, которые находятся на месте будущей площади, должны немедленно съехать. Владельцы домов могут обращаться к нотариусу. Andiamo! Vai, vai! Aspetta! Аудиторе! Ха-ха!
Входи, входи! Если не войдешь, я убью тебя! Бартоломео. Подожди, я познакомлю тебя с женой. Пантасилея! Пантасилея! Где она? Ты под столом смотрел? А, вот она! Рада познакомиться. Я очарован. А теперь поговорим о войне. Как идут сражения с французами? Бене, мы неплохо держимся. Макиавелли считает, что все не так уж и хорошо. Ты знаешь Макиавелли. Абьямо бисогно дель востро аюто! Скузатеми. Кидай бьянку. Эцио, я скажу все как есть. Положение очень серьезное. Нас атакуют с двух сторон. С одной стороны Борджиа, с другой французы. Но знай, у Борджиа скверные солдаты. Если тебе удастся победить их с французами, мы справимся. Я уже кое-что придумал. Спасибо, что сообщили мне это, Мадонна Альвиана. Это меньшее, что жена может сделать для мужа. Остановите командира! Не дайте ему добраться до башни! Убейте его! Не подходи ко мне, тварь! Служба скучная, оплата мизер. Вперед! Отходите, друзья! Свежая овечья морда! Стоило из-за этого умирать! Аванти! Thank you.
Ндямо! О, аспет, аспет. Оу-оу! Эцио! Эти Луриди Кодарди бегут в горы! Это точно. Теперь, когда папские лакеи сбежали, я смогу набрать больше людей. Но сначала надо укрепить казармы. И кто этим займется? Я ничего в этом не понимаю. Это ты у нас ученый, может, займешься этим? Вабене, но взамен я хочу знать о каждом шаге Чезаро и Родриго. Твои люди могут проследить за ними? Конечно. Постоянные проблемы. Где я возьму этот мрамор? Где я возьму этот мрамор? Спасибо. Приходите еще. Ну разве она не красавица? Я впечатлен. Новые люди приходят каждый день. Парни стараются вовсю. Вот здесь имена лучших бойцов. Докажешь свое мастерство, окажешься в первых строчках. Хм. Я не должен быть уже первым. Внизу бьется Джан. Хочешь похвастаться силой? Участвуй в боях. А мне пора. Я поставил на одного из бойцов. Где Бартоломео? Внизу смотрит на бой. Он такой агрессивный. А я предпочитаю мыслить стратегически. Возьмем, к примеру, этих голубей. Каждого послал Макиавелли, прикрепив имя влиятельного тамплиера. Устранишь их, и эффект будет сильнее, чем от победы в сражении. Спасибо за объяснение. Вы можете попросить Бартоломео навестить меня на Тиборском острове и сообщить о том, где находятся Чезаро и Родриго? Он придет к вам.